Первый раз татуировка привлекла мое внимание в возрасте 5 лет. Находясь в городской бане, я увидел людей с огромными наколками на все тело. Это были портреты, лики святых, сделанных даже по настоящим меркам великолепно. Качественный рисунок, правильная композиция и отличный контраст. Примерно в 3 классе я заметил армейскую наколку своего отца и решил сделать себе подобное – нарисовать крестик на безымянном пальце. Для работы я использовал обычную швейную иголку и гелевую пасту. Меня хватило только на 3 точки. Было очень больно.